Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить блины без яиц и без молока, но они получатся очень вкусные. Вкусные блины легко можно приготовить на воде, не используя ни молока, ни яиц. Такие блины своим вкусом и внешним видом нисколько не будут уступать блинам, приготовленным с молоком и яйцами. Ингредиенты, которые нам понадобятся, это 200 грамм муки, 400 миллилитров воды, соль 5 грамм, сахар 50 грамм, сода 3 грамма, подсолнечное масло 30 грамм в тесто и отдельно для смазывания сковороды. Для начала нам нужно смешать воду, соль, сахар, соду и тщательно перемешать, чтобы все растворилось. Затем получившуюся жидкость смешиваем с мукой и все взбиваем венчиком так, чтобы не было комочков. Затем добавляем подсолнечное масло и опять взбиваем венчиком. Теперь смазываем сковороду подсолнечным маслом и выливаем на нее тесто половником. Как только блин подрумянится, переворачиваем. Если вы любите более сладкие блины, можно добавить в тесто больше сахара, но тогда нужно помнить, что такие блинчики будут сильнее подрумяниваться на сковороде. Я часто использую этот рецепт и очень им довольна. Блины на воде получаются тонкими, пористыми и нежными на вкус. Приятного аппетита!